существуем? Ваша честь, я жду, я вам отправлю номер своего лицевого счета, чтобы вы с вашей огромной зарплатой федерального судьи подогревали мой лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются, а благодаря вашему решению они закончатся еще быстрее. Так что присылайте. Артем Александрович, вы тоже обскидываете все зоны. Нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Представляем вам самый секретный дворец в России. Дворец Путина под Геленджиком. Набрали судей, Росгвардию, ФСБшников, чтобы охранять их дворцы, а сами сидят. Только слезы и шок. Я до сих пор не могу в это поверить. И это просто ужасно. Я не знаю, как будто мы потеряли веру, потому что мы всегда смотрели на него и думали, что раз он в тюрьме и такой жизнерадостный, значит, и мы можем быть такими сильными. Но нет, не знаю, что еще сказать. Невыносимая боль. О том, что требуешь меня. Я пока здесь. В каком статусе, Алексей? В каком статусе? Здесь? На каком основании? Удачи, Алексей! Удачи! Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Путина, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит